Теперь рассмотрим данный процессор в действии. Видите, установлен AMD FX6200 сих кор процессор с тактовой частотой 3,8 ГГц. Оперативной памяти установлено 8 ГБ, доступно 7,73 ГБ. Оценка системы 4,8, индекс производительности. Давайте откроем, посмотрим более детальные оценки. Значит, за процессор операции вычисления в минуту у нас получает 7,4. Windows 7 установлено, я отмечаю. Память 7,5. Графика, производительность рабочего стола для Windows Aero 4,8. Графика для их. Производительность трехмерной графики для их 5,2. И основной жесткий диск здесь установлен обычный 5,9 оценка. Общая оценка 4,8. Я отмечаю, что в данной конфигурации ПК не установлена видеокарта. Здесь интегрированная графика. Давайте теперь посмотрим. Я демонстрирую, что действительно установлен шестиядерный AMD FX6200 с тактовой частотой 3,8 ГГц. Это то, что представлено в данном ПК. Вот такие он получает оценки. Я еще бы хотел отметить, что оценка 7,4 это получено при максимальном балле 7,9. То есть мы не дотягиваем 0,5 балла до максимальной оценки. И я бы еще хотел продемонстрировать тест от WinRAR. Сейчас попытаемся провести тестирование. Тест быстродействия был запущен. Сейчас посмотрим результаты на горячую. Я демонстрирую загрузку процессора. Действительно, он загружен. Ну и оценка 3249-250. Примерно так колеблется. Килобайт в секунду. Это то, что показывает данный процессор при номинальной частоте. Я напоминаю, он не разогнан. Он находится на тактовой частоте 3,8 ГГц. Это все, что бы я вам хотел рассказать на сегодня. До свидания.